Черговий конкурс перевізників, ремонт доріг, продовження роботи системи «Прозоро» у Дніпропетровській області. Теми, на які сьогодні ми будемо спілкуватись у прямому ефірі з Юрієм Голиком, радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Я вас приветствую в нашій студії. Здравствуйте. Ну, давайте так по порядку і пойдем. Итак, тендер. Чего ждем? Поскольку я так понимаю, что в ближайшее время должен быть второй этап. Так или нет? Второй этап чего? Второй этап тендера. Конкурса по перевозкам. Мы ждем того, что перевозчики будут подавать правильно оформленные документы. В силу того, что это второй уже конкурс, который транслируется в прямом эфире на канале облгосадминистрации на YouTube, и мы приглашаем журналистов всех телеканалов, и вы там снимаете на камеры происходящее, то в прошлый раз не все перевозчики подали неверно оформленные документы. В этот раз из 10 компаний, которые документы подали, у двоих оформлены неправильно, 8 компаний принесли нормально оформленные документы. Теперь у нас есть время до 5 мая, когда комиссия должна проверить правильность этих документов, их соответствие действительности, должна сделать выездные проверки, посмотреть, в каком состоянии находится автотранспорт, и допустить их ко второму конкурсу, ко второму этапу этого же конкурса, который будет уже точно так же транслироваться в прямом эфире, там уже будут объявлены победители. Мы ждем того, что, как и при любой борьбе с коррупцией, как только все переходит в публичность, в публичную плоскость, да, в открытый эфир, то сразу же коррупция там исчезает. Вот этого мы и ждем. Если говорить о конкретных вопросах и претензиях к перевозчикам, вот вы как представитель областной власти. Их нежелание исполнять те договора, которые они подписывали. Самая большая проблема – это когда они на конкурс заявляются с новыми автобусами, а потом меняют их на старые грузовые спринтера, переделанные в для пассажирских перевозков, в которых нет банально аварийного выхода. Да? Это первое. Второе, в силу того, что все транспортные средства сейчас оснащены GPS-датчиками, мы в режиме реального времени отслеживаем их соблюдение маршрутов и отслеживаем скорость, с которой они ездят. К сожалению, еще есть нарушения, когда водители превышают скорость, либо отклоняются от маршрута. И самая большая претензия – это ненадлежащее техническое состояние транспортных средств, когда люди, которые на этих транспортных средствах передвигаются, потом звонят на горячую линию губернатора и жалуются там, на грязь в салоне, например, или там, на какие-то скрипы, или на то, что там, водитель как-то по-хамски себя ведет. Это то, с чем мы боремся, но за последний месяц у нас количество жалоб, благодаря вот таким проверкам, упало в 3 раза, и сейчас их не более 80 за месяц. А раньше это было 300, 400 до 500 жалоб за месяц вот на качество пригородных перевозок. А кто сейчас работает на этих маршрутах? Транспортные предприятия, но поскольку раньше это все были какие-то кулуарные договоренности, по нашему пониманию, да, и каждый там под себя выбивал какие-то маршруты, как только это все мы начинаем транслировать в прямом эфире, то сразу же на каждый маршрут заявляется по одному, по два, по три перевозчика, потому что они понимают, что нет уже ни у кого никаких преференций, их быть не может, и все, что будет происходить, и все доводы и аргументы, которые они документально подтверждают, почему именно они должны работать на данном маршруте, они все показываются в прямом эфире. То есть это и есть конкуренция, и это приведет к тому, что они будут бороться за пассажиров и бороться за качество перевозок. Но вот те чиновники, которые, как вы сказали, участвовали ранее в кулуарных договоренностях, они по-прежнему на своих местах? Нет, мы 2 раза меняли начальника департамента транспорта и инфраструктуры в Днепропетровской облгосадминистрации. Сейчас там работает волонтер, который раньше занимался вывозом пленных из самого города Донецка. Мы считаем, что в данном случае наличие профильного образования, оно не принципиально, как того требуют вообще там инструкции всячески, да, а принципиально жизненная позиция, нетерпимость коррупции и желание системно работать и системно мыслить. Вот такой человек сейчас отвечает за этот департамент, и мы видим те изменения, которые есть, это благодаря его работе в том числе. То есть с таким человеком, если применить фразу, договориться нельзя? Ну, понимаете, договориться можно со всеми, но мы сейчас систему работы перестроили так, чтобы минимизировать количество мест, где вообще возможна какая-либо договоренность. Хорошо, давайте двигаться дальше. Поговорим о ремонте дорог в области. Состояние большинства из них, особенно Криворужское направление и все, что от Кривого Рога в направлении там того же Кировограда, очень в удручающем состоянии. Я понимаю, что это государственные дороги, но есть и дороги, которые, в принципе, должны ремонтироваться. Если брать состояние дорог государственного значения и коммунальной собственности, те, за которые отвечает горсельсовет и облгосадминистрация, то вот наши дороги, они в более лучшем состоянии, потому что они все-таки каждый год капитально ремонтировались, и постепенно они в порядок приводились. То, что последние 3 года ни копейки денег из государственного бюджета на дороги госзначения не выделялось на
капитальный ремонт, вот это привело к тому, что дорога на Кривой Рог находится в таком состоянии, как будто там война была. Да? А мы в этом году ожидаем, что на капитальный ремонт этой дороги уже есть постановление Кабинета министров, будет выделено 430 миллионов гривен, которые будут разделены между частными подрядчиками через процедуру открытых торгов, через Прозора в том числе, и частные подрядчики займутся восстановлением этой дороги. Что касается дорог коммунальной собственности, за которые мы отвечаем, мы уже выделили на них более 400 миллионов гривен, это в два раза больше, чем за весь прошлый год, и в четыре раза больше, чем два года назад. Это только начало, мы считаем, что эта сумма по итогам года будет больше, главное, чтобы у существующих дорожных предприятий хватило мощностей этот объем в деньгах освоить и сделать качественный капитальный ремонт. Кроме того, помимо того, что мы сейчас начинаем новый капитальный ремонт, у нас есть 300 дорог, сделанных в прошлом году, а специальная комиссия их проверила, нашла 19 дорог, которые находятся в неустраивающем нас качестве, и подрядчики, согласно пункту договора, который они подписывали в прошлом году, будут их переделывать, начиная с 14 апреля, то есть завтра, за свой счет. Не менее важный вопрос, коль мы уже поймали определенных исполнителей некачественные работы, есть ли смысл с ними продолжать работать дальше? Ведь... Но, понимаете, процедура торгов построена таким образом, что если предприятие по предквалификационным требованиям всем им соответствует, у него есть достаточное количество работников, у него есть техника, у него есть опыт выполнения этих работ, то мы не имеем права де юре не допустить такое предприятие к торгам. А с другой стороны, есть нормальный диалог с подрядчиками, и позиция областной администрации и руководителя Валентина Резниченко очень простая. Государство сейчас превращается в достаточно крупного заказчика, и вы все можете строить свой бизнес, основываясь на государственных заказах. Это огромный рынок, которого раньше не было, либо на котором не было вас, а сейчас вы есть благодаря той же системе Прозора. Да? Но если вы хотите работать с государством, давайте мы де юре отставим сейчас в сторону, а давайте еще поговорим про де-факто. То есть есть чисто человеческие отношения, пожалуйста, вы живете в этой области, как и мы, а вы ездите тоже вместе с нами по этим дорогам, пожалуйста, выполняйте свою работу качественно. По инициативе облгосадминистрации были ли открыты уголовные производства правоохранителями, ну вот касаемо хищений или некачественного исполнения тех или иных работ? Смотрите, по инициативе облгосадминистрации ничего не может быть открыто. Может быть открыто по инициативе правоохранительного органа. С другой стороны, наша задача не стоит в том, чтобы кого-то посадили либо кого-то обвинили в хищении. Наша задача стоит в том, чтобы все подрядчики с первого раза качественно строили дороги. У нас это возможно? Вот да, после... это возможно. Это возможно. Вот этот наш наглядный пример показывает, что никто не верил, что мы доведем дело до логической точки, что мы заставим кого-то переделывать. Вот с завтрашнего дня они выходят на дороги и будут переделывать. На самом деле 19 дорог из 300 это немного. Это порядка там, 6-7%. Это меньше, чем мы ожидали, потому что мы думали, что масштабы бедствия будут достаточно большие. Оказалось, что нет. Вот. Но поскольку есть гарантийный срок на какие-то дороги в зависимости от уровня, от глубины капитального ремонта, скажем, год или 3, да, то мы эти же дороги будем проверять и в следующем году тоже. И подрядчики понимают, что если за 2 года они разрушатся, либо придут в надлежащее качество, то им все равно придется их переделать. А зато они теперь понимают, что в этом году все, уже шутки закончились, то есть нужно делать хорошо с первого раза. Вы упомянули о Прозоре. Недавно, насколько я знаю, прошел семинар для предпринимателей по обучению работы и в новой версии. Итак, что это за новая версия Прозора? Если раньше Прозора была пилотным проектом, и каждый госорган сам принимал решение, хочет он работать через Прозора, либо не хочет, и все это определялось желанием руководителя госоргана. Если у руководителя облгосадминистрации Резниченко была четкая установка о том, что все торги через Прозора допороговые, то сейчас по количеству лотов, зарегистрированных в системе Прозора, Днепропетровская облгосадминистрация на третьем месте в стране. У нас лотов там больше, чем, допустим, у Министерства образования, хотя на самом деле они в год закупают гораздо больше, чем мы. То есть это показатель силы воли отдельно взятого руководителя и его желания работать прозрачно и честно. С 1 апреля система Прозора обязательна для использования всеми центральными государственными органами и всеми госпредприятиями. С 1 августа она будет обязательна к использованию по всем торгам, вообще всеми государственными органами, нами в том числе, но мы уже там находимся, то есть мы там на год раньше оказались. Система 2.0, которая есть сейчас, она позволяет запороговые торги, то есть, допустим, такие крупные покупки, как закупки услуг, как строительство детских садиков, проводить через систему Прозора. Там добавлен, первое, модуль предквалификации для того, чтобы на такие торги не выходить.
выходили фирмы пустышки-однодневки, либо те, у которых нет ни техники, ни людей, которые не обладают достаточным опытом, чтобы что-то построить. Но это то, что касается нашей специфики облгосадминистрации. И второе, есть модуль обжалования, работающий в автоматическом режиме, решение которого обязательно к исполнению всеми госорганами. Если кто-то из предпринимателей участвует в торгах, ему кажется, что что-то происходит незаконно, либо нечестно, он одним нажатием клавиши описывает суть жалобы, специальный орган совещается, и потом, если он выносит какое-то решение для госоргана, к которому он обращается, уже это решение обязательно к исполнению. На ваш взгляд, насколько Днепропетровщина изменилась с вот этим прозоро вот за последние, скажем так, 3-4 месяца? Ну, из того, что мы видим, это за последние, ну, давайте скажем так, полгода было торгов зарегистрировано порядка 450 миллионов, из которых экономия составила порядка 10%, это 44-45 миллионов. То есть, с одной стороны, может быть, это в масштабах страны немного, а с другой стороны, мы в юбилейном сейчас строим огромный детский садик, самый современный, вот такого, настолько современного детского садика никогда не было в Днепропетровской области. Так вот, весь проект от котлована до садика, включая оборудование, включая вот все-все-все вот до перерезания ленточки, составляет 36 миллионов гривен. Вот давайте скажем, что вот эти сэкономленные деньги — это полтора детского садика. То есть много ли это мало? Это достаточно. А как только туда все миллиарды гривен закупок, проходящих в Днепропетровской области, все горсоветы, сельсоветы переведут, то сумма экономии будет еще больше. Это дополнительные дороги, это дополнительные больницы, это дополнительное медицинское оборудование, это улучшение качества жизни. Не могу не спросить, прозоро достаточно тяжело двигается вперед в некоторых городах Днепропетровской области, ну, например, в Кривом Роге. Вы об этом знаете. Как, на ваш взгляд, почему? Но оно не тяжело там двигается, оно там вообще не двигается. То есть его там просто нет, да. Поэтому оно стоит на месте. А все зависит от личности конкретного руководителя. Если мэр города Кривого Рога считает, что ему прозоро чем-то неудобно, либо он не понимает принципов его использования, то он не отдает соответствующих распоряжений и не ведет разъяснительную работу с депутатами горсовета, которые должны проголосовать. Кроме того, на самом деле все эти решения сессии, это все софистика, они никому не нужны, никому не интересны. А если руководитель решает торги проводить через прозоро, он просто издает свое распоряжение, либо снимает телефонную трубку, звонит директору конкретного коммунального предприятия, и директор коммунального предприятия не может его ослушаться. То есть было бы желание, и там дело даже не в депутатах. Я благодарю вас, что нашли возможность и оказались у нас в студии, ответили на те вопросы, которые интересовали нас. Предлагаю в ближайшее время встретиться и поговорить о тех 19 дорогах, которые ремонтировать будут за свой счет. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Дякую нашому гостю. Юрій Голик, радник голови облдержадміністрації.